Всем привет! Меня зовут Даша. Сегодня будет влог. Я иду на встречу. Может быть, даже если успею, то на две, но пока что ориентируюсь на две. Значит, сегодня я, смотрите, в праздничной одежде, в праздничном в броне. Тете Оле, спасибо большое за праздничный наряд. Очень вовремя, потому что сегодня 8, так, я правильно иду вроде? Сегодня 8 октября, и сегодня красный день календаря. 8? 8 октября, красный день календаря. Сегодняшний день пробуждения запомнится всем надолго. Я надеюсь, что таких пробуждений у нас будет каждое утро. Приятных. Также мы с девчатами сегодня отправляем первую партию носков, которые мы вяжем для ЗСУ. Их будет носить 46-я бригада, которая стоит под Херсоном. Мы отправим. Вот, так что будут согревать ноги, и пусть только попробуют не принести назад. Как Ира Сухова написала у себя в сторис, шапки вязала, на машинке она вязала шапки. И написала, только попробуйте не привезти домой. Так вот, пусть только попробуют не принести домой. В общем, пошла я. Я тут вроде сориентировалась, куда, в какую сторону идти. Каждый раз вот уже который раз, третий, наверное, выхожу на той остановке, на этом, ехала троллейбусом сегодня без Оксаны. И каждый раз пользуюсь эти Google картами, ё-моё. Ладно, пошла я. А на обратной стороне можно так, написать и размер, и пожелание? Можно. Кстати, конечно. А какой у меня размер? Наверное, 42, 43. 42, 44, может, даже. Да. А да? Вот это какой размер? Да я не знаю, я на обратной стороне блокатора их сушила. Это твои, меня, да? Да, у меня вот 42, 43. Анина. Ой, какие красивые. 42, 43, вот да. Сейчас на твои буду ориентироваться. Да. Блин, у меня просто машина. Ну, у меня Вова влазит своим 45-м в них. Я купила блокатор. Не, 43-45 может. Разъемный. Да, тоже побольше, чем 42-43. Значит, 43-44? Да, я, может, даже если не 44. 42-44. Да. А это, Аня, это тоже твои, да? Да. Аня уже прицепила открыточки с пожеланиями. Остатки пряжи туда пыталась сунуть, сделала полосочки, короче. Ага. Так здорово сделала желтый с голубым. У меня тоже пряжа была, я думаю, короче, остатки пряжи есть, прицеплю. Все в ход. Это нам открыточки прислали для того, чтобы мы цепляли к изделиям с пожеланиями. Так, Аня, давай с тебя начнем. Такие же, да? Такие же, как и это. А сколько ты петель набираешь? 72. Я тоже. Ну, для замыкания. Ну, да. Хорошо. Это у нас что? Какая? Ага. Прикольно, кстати, у них меланж. Так, Оксана тут навязала тоже. Девушки, а кто это делал? А я размер не подписала. А тут вообще ой, шапка. А у Ксани? Вязала, помнишь, ты фоткала носки? Ну, я не знаю. Застанка, а там же... Да. Из Happy Fit. Да. Я подмотала. Так это в две, получается, Happy Fit и еще какая-то, да, сюда? И рыженькая. Да. Класс. Такой цвет прикольный вообще. Я даже не красила. Такая красота на ней прямо. Да. Вообще красиво. Она такая целая. Так, Лиля. Лиля у нас вяжет только крючком. Она тут навязала шапок.
Шапочки. Дело в том, что мусенькая, боже, я думала, крючком все только твердое, желтое получается. Да, ну такое не бусенькое. Это они, получается, поперек ты, да, вяжешь? Класс вообще. А это будет тоже смут? Это будет такой, вот такой, да? Да, такое красиво раскладывается. Это типа баф, да? Это будет баф, да. Да. Этот я чуть-чуть короче. Чуть-чуть короче. Да. Ну, потому что камера, наверное, не передает свет. А у меня сама, да. И он очень-очень тянется. Класс. Тёплый какой-то. Да, это вот, да. Это вот, нам не прислали бы свои запасы. 82. Ну, лицо же они. Так, у Оксаны сейчас, Юра, сегодня годовщина свадьбы, поэтому... Да? Это я вот то, что Аня прошлую субботу приносила ниточку, я добавила махерчик. Махерчик, да, мне Оксана принесла. Так, тут куча. Эти я уже показывала, это Анины. Это и насвязала носочки. А это вон Света. Ой, вон красота. Класс, класс. А это Оксана связала коричневенький. И потом сразу же второй раз. Я не бабушка еще, но так, пошла дальше. Юра, что вы вяжете? Я пока только вяжу плету сети заговоров, но займусь скоро машинным вязанием. Давайте, уже давно нам обещали. Я боюсь начать. Мы ждем. А что вы? Потому что я как начну, меня как понесет. Так и хай несет. Лучше так несет. Так. Сейчас мы туда попробуем пройти. Спасибо. Сначала мы точка. Потом рассказывай. Давайте. Продолжайте. Моточка в одинаковый цвет. И начинаю. На одни спицы набираю, вяжу резиночку. На вторые спицы набираю, вяжу резиночку. Не вяжу весь носок. Ну, понятно, я так поняла. Многие так делают. И очень удобно. А, это вы заходили в кондиярд? Да, ноги большие, взяла. Блин. Ноги большие взяла эти. А, вот эти блокаторы 45. Я у нас еще забирала, вот девочки, у нас по 95 гривен. Еще я не знаю, новая цена какая будет. Я вот еще успею. И здесь 130-140 на нашем даже базаре. Это у девочки, она говорит, ну вот новую получать будем взять. 128, почем они сейчас получили. Такая? Инна. А у меня третья пара носочков. Вяжу от места. Уже пяточка готова. Вяжу паголинок. Просто лицевая гладь. Класс. Здесь такой этот клин. Ну, получается, у нас прикольно. Да, спасибо. Стараемся. Да. Так, а Света тут притащила пакеты с пряжей. Эта женщина отдала пряжи мне два мешка. Надо будет целая куча. Куда наш Да. Может, это на шапки возьмет. Может, еще. Да, на шапки. Может, на такие носочки. На бабы же толстенькие. Господи, махер есть. И так тем более махер примотать к чему-то. Будет разгребти и посмотреть. Они много тоненьких, но их надо смотреть. Мне сегодня, женщина писала, одна с Полтавской области. С Полтавской? Да. Она согласна сматывать и вязать. А, то есть отправить ей, она будет вязать. Я ей отправлю. Посмотрим. Ага. Сейчас будем разгребать и рассортировывать. А вот Ире тут наприносили, наприсылали тоже. Ой, я где-то Катя Юдина видела носочки, по-моему. По-моему, вот эти. Подержать хоть. Катя, по-моему, это твои. Ира показывала. Заряжусь твоей этой энергетикой. Посмотрю, как ты тут вязала. Пяточки. Мысочки. Ага, такие мысочки звездочками.
Какие молодцы все. Какие все молодцы. Тут еще я начала доставать и повытаскивать. Вот носки, носки. Так, ты знаешь что? Вот тут такие носки и шапки. О, вот моя шапка, Оксана ее искала. Вот носки. Вот носки. Носки, носки. Ого, такие длиннющие прямо. Вот носки. Боже, согрею всех. Ну, не всех, конечно, но многих. Мы же тоже не одни такие, которые собираются и вяжут целыми компаниями. А что вы никто мне Леночка, не сказал, что можно носить? Леночка, что я, у тебя? Я же это не бум-бум, привет. Это я начала с шапки, а вон я покупала. Ну, может, я пристращусь, не знаю, отдала. Но это не мое. Бабуля отдала? Вот это наши, ага, они такие, ага, она куда завязала. И вот она связала с ним. Да. Немножко узенький, я его там... Да я думала, головы разные бывают, пройдет. Она хотела распускать, я говорю, не-не-не. Держите другой, да. А этот будет уже не надо тратить время, это распускать. Нормально, походу. О, так ты уже довязала их. А ну, Оксан, покажи. Можно я вас опять подвину? Я хочу послушать. Да. Смотри, вот это Лена на одной нитке. Это чистая. Да, да, это чистая. А вот это вот Дашины, которые Даша, это твои. Даша, это твои. Это Даша. Да, вот она без всего. Да, вот точно такая же, да. И вот у меня. Это Лену надо спрашивать. Лена, ты на каких? Да. А у Оксаны коричневый мальчик. Да, у меня просто коричневый еще. И вот тебе одна и та же пряжа, да, по-разному. Да, по-разному, смотри, какие вообще абсолютно разные носки получаются. Но красивые, все красивые. Все, да. И пусть только попробуют не привезти назад. Привезти обратно носки. Да. Мои не кину, потому что... Они с мотками будут кидаться. Такие красивые. Лена постаралась. Получается, у тебя не видно этого, да, узора. Махеры есть? А тут... Ну да, он, получается, съедает этот. Тоненькая, 1000 метров, да. Я не знаю, что я с лордом пришел. Настоящий Дон Жуан должен одеваться не только хорошо, но еще и быстро. О. Та-да. О. Да, это карамелизированные эти вот. Ничего себе. Давай. А что вы тут ничего не написали? Там? Сердечко и орешка. Я закончил его делать в 3:15 ночи. Ого-го. А в 6 уже надо было работать. Фокус сделать, понимаешь? А в 6 у меня Крымский мост. Когда мне все это делать? Когда мне писать еще? Я замерла. К нам тут добавка носочков поэтому пришла. Ой-ой-ой, сейчас я понял. 4 пары. За неделю? За неделю. Ничего себе, вы спали вообще? Чуть-чуть. Чуть-чуть? Ой-ой-ой, 4 пары. Конечно, надо спасать ребят от холода. Ой, теплые какие все. Какие все теплые. Класс, спасибо. Наталья тут навязала красоты. Прикольно, полоска эта тоже туда списалась. Конечно. Рубль, если начинается. Тут боковой клин, прибавка, да, боковая. Вот, спасибо, Ира. А здесь...
от центра, центрального. А внизу? Да, центрально. По низу. Да, от центра. Да, я да, снизу да. Рисую. А здесь, ну уже когда говорит, скучно, начинается. А здесь клин пошел изнаночный. Ага. А в той паре, которая с собой, там еще. Ну, а у вас с собой еще? Вот эта вот закольцовка, вот эта. Ну да, да. Ну, прикольно получилось вообще. А это шерсть бундага. Именно? Да, угу. Это стопроцентная шерсть, колючка, тоненькая. Бундага. Аня тоже в шоке. Это все ваше? Подумаешь? Подумай, 4 пары за неделю. Я отложила все. Так, не надо. Ну, конечно. Тут такой твит. На вас никто не будет смотреть, все будут смотреть на вашу кофточку. Надо. Аня, работай. Никуда убирай телефон в сторону и в спицы в руки и пошла. Вот это вы со своими чатами отвлекаете постоянно. А поэтому некоторые ничего не вот ничего, ничего нет. Застыдили? Я имею в виду, потому что с телефона... С телефоном дела не будет, да? Ой, я вас пишу. Что такое? Что такое? А ну подождите, расскажите ко мне, пожалуйста, Даша, про ваш твит. Сколько там? Три разных твита черных? Красиво. Красиво. Это у нас тут регланчик получается, да? Да, это проще простого, то, что значит, было 235 грамм. Твида. Угу. Три варианта. Темно-черный. Светло-черный. Светло-черный. Да-да-да. И все. И ну, все. Классно. Очень серенький. У него у каждого метраж 450. Ага. Вот. Простейший. Отлично. А тут получается... А, вот это вот типа заборчика, да? Да. Вафля да, это. Да, вот это. Ага. Вафля здесь нерегулярка. Угу, и угу. Все. Вот. Класс. Для горбунков. Ну все, ладно, все так. Я так думаю, я просто, видишь, у меня девушка в больнице, она не приняла. Так, я надеюсь, только меня тут не забанит за песню. Ниточки. Ну, ленты. Зелоки. Да. Сейчас, это Катины, да, носочки? Это и... Да, это Кати, это Таня, это ага. Иры, там твои еще. Вот это вот первая партия. Наша поставка. Да, сейчас я ее быстренько. Ира, ты каждую еще перевязываешь вот так вот ленточкой? Ой-ой-ой. Мамочки, а что тут написано? Это Ирина. А, я поняла. Да, я то поняла. Есть, это ее были носки. Да, я поняла. А твои где? А где мои? Подожди. Да где-то вот это? Твои были голубые. 12 пар. Кулек, наверное, ты их уже положила. Наверное. Твои. Видите, сколько тепла. Вот это твои, да? Сколько? Да, это мои. Да. Вот, да. Это вот эти вот поеду. А, вот это такой интересный. Я поснимаю. Ты уже все это поснимала, да, я так понимаю? Да. Так, мне еще 4 завязать, запаковать. А кто понесет штуку? На новую почту. Я могу это, но только я не знаю, где она находится. Та, которая блудится в Одессе, говорит, я отнесу на новую почту. У меня же навигатор. Пока телефон не сел, я могу отнести. Лиля уже, а ну покажи, сколько ты связала. Занесем. Полосочка такая же, порядочная. А, о, крючок мой. Ручка не моя, это моя. Во всех каналах. Повторяю, некоторые из вас его видели, но в старом варианте. Поэтому кто что помнит, молчит. Тот молчит. Так, вот все, кто находится вокруг меня, вы будете участвовать. Девушка, не умничайте. Так, волшебный коврик. Фокус называется Blackjack. Почему вы поймете, а кто не поймет, я расскажу. Так, что у нас тут есть? У нас тут есть такая колода карт в тарелочке.
тарелочка нам пока не нужна, мы ее отставим. Вот, мы к ней еще вернемся. Теперь колода карт. Достаем ее. Так, значит, ну, что мы делаем? Сначала мы мешаем. Ну, кстати, люди, которые вот так вот мешают, вот так, на самом деле колода обычно не перемешивается, потому что, если вы знаете, для того, чтобы колода перемешалась, вот в казино как поступают, делают вот так. Ну, это же не просто так. Вот, одну, да, потому что вот так они действительно перемешиваются одна в другую. Так, теперь, девушки, я вам пообещал, что многие будут участвовать. Ну, с кого начнем? Так. Давайте я. Ира, пожалуйста. Я попрошу вас, выберите любую карту, достаньте ее. Ее прятать не надо, просто переверните. Куда? Ну, просто переверните. Да. Вот, Джокер, чисто случайно. Эта карта, почему мы ее открыли? Потому что она будет индикатором. Неважно, она могла бы быть любой картой. Так. Теперь я вас попрошу. Возьмите, пожалуйста, эту карту. И вот в таком перевернутом виде... Ну, чтобы мы ее видели, что это она. Вставьте в любое место колоды, какое хотите. Да, вот в таком виде. Вот в это место, да? Так. Хорошо. Так. Теперь. Что мы делаем? Обращаемся. Нет, это не вопрос. Это я поясняю. Я не забыл. Я сам... Я его сам придумал. Здрасте. Так. Лиля, возьмите, пожалуйста, ту часть колоды, которая лежит сверху вот этой карты, соберите и положите вот сюда. Так, хорошо. Теперь, так, вас попрошу. Возьмите, пожалуйста, вот эту карту, положите сверху. Вот так или да, вот так? Не, вот так, перевернуто, да. Сложите остальную часть колоды и положите сверху. Так, хорошо. Я обращаю ваше внимание, что я ничего не трогал, вы все делали сами. Сами выбирали карту, сами клали ее куда хотели и так далее, и так далее. Так, кто у нас еще участвует? Не участвует? Так, Леся, тебе самое главное. Ты должна сделать вот так, щелкнуть. А так вы это уже прикоснулись. Это самое щелкнули. Главное. Сейчас. Так, теперь. Так, Инна уже участвовала. Кто еще хочет поучаствовать? Давайте я. Давай, иди сюда. Лена, давай. Нет, я бы Лену не пускала. Может, не получится. Иди с моей стороны, потому что ты будешь за гаражем. Так. Я обращаю внимание, что вы все делаете сами. Когда Лена в деле, что-то... Ну, поправь. Что надо? Можно поправить? Там торчит, я переживаю. Мешает. Лена, ну раз ты уже вышла, еще раз сделай вот так. Так. Теперь возьми вот эту колоду. Прям взять? Полностью. И положи ее вот здесь. Так. А теперь, пожалуйста, раскрой ее, найди вот эту карту Джокер и возьми, достань ту карту, которая лежит под ней, и ту карту, которая лежит над ней. То есть она лежит между двумя, прямо вот здесь раскрывай. Она лежит между двух каких-то карт. Каких-то. Ну, вот она, да. Да. То есть да. Я эту достаю. Да, карта, которая над ней, и ее тоже можно достать, этого Джокера. Ее. Да. И под ней. Да, и под ней. Да. Так, теперь, вот эти две карты оставляй, а вот Джокер и все остальное... Я даже не трогаю, потому что вы можете подумать, что я успел что-то там сделать. Значит, сюда. Да. Опять. Убираем. Это уже нам не нужно. Вообще. Теперь. Положи эти две карты вот сюда и открой их. Так. Ова. Так. Ова. Так. Кто из вас знает, что такое блэкджек? Блэкджек – это сумма двух карт. Очко. Которая составляет 21. Совершенно верно. Итак, туз у нас 11, дама у нас 10. 21. Дальше. Колода карт у меня 3 семерки. Если сложить 3 семерки, получается 21. Yeah. Этот трюк я придумал в прошлом году. Это правда. И показал Инна, помнишь? Да. В 21 году. 21. А теперь самое главное. Вы помните, когда мы положили колоду и вот так вот щелкнули? Да. Дело в том, что у нас что-то произошло с этой чашечкой. Вот так и с мостом. Произошло? Лена, возьми ее, пожалуйста, переверни. И поставь. Ну, поверни, но переверни ее. Ну, то есть, по идее, я должна была по-любому их вытащить, да? Ну, да. Это мой авторский трюк. Вопрос в том, как они туда попали. Вот не надумайте. Иногда мне говорят, что у тебя колода, она уже разложена, там все карты парами разложены. Но на самом деле здесь все карты абсолютно разные.
И вы могли выбрать любой ты метод. Ты хочешь сказать, да, что если мы повторим, они опять вылезут? А да? Мы не повторим, знаешь почему? Потому что есть такой закон у фокусников. В один день перед одной и той же публикой два раза не показывают. Естественно. Спасибо за внимание. Спасибо. Оксана, как ты с ним живешь? Она счастлива со мной живет. Уже 34 года. Вытягиваешь джокеров, да? Один и тот же фокус каждый день не показывается. Просто мужики. Да. Вот на примере этих носков. Вы мне расскажите. Это ваши, да. Смотрите, вот это вот. Вы набирали 14. Вот я набрала 14. Да. 14. Этот каш. А есть свободная спица? Это свободная? Потому. Можно пока, да, две минуточки. То есть вот наш набор. Я набрала. 14 на одну сторону, 14 на другую? Да. Это спица. Половинка. Половинка. Да, набрала. Все, чтобы выйти на 28 сил, мне нужно 14. Вот, спасибо. 14 рядов провязать. 14 рядов? И в каждом прибавлении? Через ряд. Через ряд. Через ряд. И я выхожу на свои 28 петель, 56. То есть 14 вы набираете на каждую сторону и потом прибавляете еще 14. Так, выключаем балалайки и начинаем все сначала. Серьезно. Балалайки уже. Потому что ничего не поймешь. Смотри, мне нужно, допустим, определенный размер. Так. 38. Исходя из моей плотности, так, начала, 28 при моем вязании, 28, господи, размер, этот размер у меня получается при отвязывании 88 рядов общего. Вместе с пяткой. Всего. Стопы. Стопы. От кончика до пятки. Стопы, да. Без учета наборного края, наборного ряда. То есть, потом, второе, я определяюсь, какую я хочу пятку. Если это классический бумеранг, это одно. Если это, допустим, уголок, как я сейчас, вот я сейчас хочу уголок вязать, это другое. Почему? Потому что меня волнует высота пятки в том числе, правильно? Вот. Поэтому, если, неважно, 20 петель, я тоже отбиваю, 20 рядов крайних я отбиваю сразу, это будет для пятки. Для пятки. Если из, у меня, вот, из вот этих 88. Из 88, то есть я тут отметила 14, я тут отметила 20. Всегда. Все, отметила на 10 поворотов. Потом, если эта пятка уголок, значит, высоты стенки у меня не будет, правильно? Мне ее нужно будет строить потом. А из чего я ее строю? Из закрытия, из убавления петель, набранных на клин. Правильно? Правильно. Рекомендованная высота пятки при данном размере, да, по таблице, у меня идет 26 рядов. То есть я должна добрать эти 26 рядов клина. Вот. Для того, чтобы прибавить петли клина подъема. Да. Вот. И выйти на вот эту высоту потом при убавлении, при отвязывании стенки петли. Понятно? То есть оставшиеся, которые от пятки и от клина и от мыска, вот они прямо у вас. Прямо на телефоне на калькуляторе. Вот. То есть это у меня просто ровно, я себе вяжу, ля-ля-ля. Если у меня это бумеранг, то есть тут 20 и на высоту 20, да? Понятно. Значит, 20, и мне нужно еще сколько? Еще 16, то есть это 8. 8 прибавок на клин, то есть 16 рядов. Понятно? Ну да, почти. Да, да, я поняла. Я поняла, что общее количество рядов вы отнимаете то, что у вас на мысок, и то, что у вас будет на пятку. На выходе получила свой нужный мне размер, чтобы не распускать вот это вижу 38, получается 45, понимаешь? Да, да. На каждый, короче, размер вы себе сделали какую-то несколько, какую-то да, у меня есть. Гениально. Все, ура. Я поняла, до меня дошло. Так, мы открываем. Так, открываем посылку от тети Оли. Тетя Олечка прислала такие шикарные жилетки. Время творить чудеса. Открыточки вон повырезала. Ой, красота. На машинке она связала, и вот ребята будут носить и греться. Это мериносовые, да, наверное? Да.
Ну, красиво, да, так смотрится? Очень. И цвет такой классный. Она, наверное, пару ниток брала разного цвета и такой прям меланж. Прям передаёт. Красота. Сейчас мы ещё... А, еще вот такой меланж другой, и там вторая такая. Там получается, да. Ага. Ой, еще опять с котятами. Тут уже другое. Да-да-да. Для профессионалов. Ага. А тут, получается, синий с серым соединен. И вот такой вот меланж получится. Вот такие три жилетки. Красиво, тепленько будет. Да. Отлично. И та такая же, как первая, да, получается? Да, смотрите. Угу. Да. Потом эти... А что ж ты делаешь? Вот. Все. Сейчас я их, знаешь, как сделаю. Они в размерах. Наверное, разные. Ага, да? Ага. Да, да, разные размеры. И длина, да, разная. И... Узнаем у тети Оли, какие тут размеры. Но... Ага. Да, серенькая получается покороче, угу. А эти подлиннее. Спасибо, тетя Оля. Вот тетя Оля, спасибо. Красоту наделала. Да. Смотри. Опа, зрители, у нас тут зрители. Ой, нет такой, не-не-не, вы не подумайте, мне неинтересно. Они уже ждут, у них время скоро обеда. Ага. Ужина ждут. 6 часов. Сейчас скажи, в нашу столовую пришли и ничего не дают. Ай, киси. Все? Да. Идем. А ну-ка, Ира. Это крючком шапка, правильно? Да, сейчас я покажу. Ой, классно как. Да? Да. У меня как раз просто... Вот здесь, с этой стороны? Вот туда? Ну да, наверное. Ага. Тогда... А, бирочку? А то я ее тоже одела, мама говорит, ты неправильно ее одела. А что там, что-то шов какой-то? Да, да, шов. Ну, так его не видно. Ага. Если, ну, если не присматриваться, вот, да? Вот, видишь здесь? Ага. Видно? Мне нравится, что оно вот так вот легло, вот так по моей вот этой. Да. Классно. И даже из этого забрать. Такой, тут несколько ниточек, да, разного цвета? Нет, это такая одна нитка. Да? Это такая... она такая одна? Ну, такой шнурочек, шнурочек. Ага, а я думала, там несколько, в несколько разного цвета. Нет, прикольный это такой, такой меланж получается. Такой, да. Красивенький. И она теплая. А это что? Это тоже. Это тоже шапка. Это тоже. Ну, это я вот ребятам, девочка, может, кому-то надо будет. Она... Это с отворотом. Это с отворотом, да. Она тоже без шва? Хотя можно ее... Ну, нет, не все со швом. Просто... Как бы я старалась, чтобы не было видно. Да, это милечка такая. Да, вот так классно. Боже, под лицо все к лицу. Тебе шапки идут просто. Да, да. А можно еще, знаешь, как ее? А вот еще. Спать и скотину. Ну, тоже надо уметь носить так. Ну да, соточка, ну прикольно. Сын свернул, а я хотела, Даша, я не помню, ты видела, как крючком связала Лиля носки? А, я только на видео смотрела, да, это крючком. А ты не успела снять? Они такие мягкие вообще. Мягуськи. Да, они там все хорошо. Это из той пряжи, которая... Аня, которую подарила. Да, да. Такие мягуськи. Вообще. И пятку так вывязала. Надо же было крючком. Вот мне кажется, что крючком легче. Я слушаю, как вы вяжете спицами. Мне кажется, что крючком легче. Да тебе все крючком легче. Ты же крючком. Как фея крючка. Да. Так, класс. Давай еще посмотрим, какие у нас носки тут принесли девочки. А, это вот Наташа. Это которая вот это, она говорила, из Дундаги, да? Да. Ага, шерстяные именно. Лена! А. Можно тише чуть-чуть, пожалуйста, мы снимаем. Вот она еще. А, вот эту пряжу, которую я ей давала. Ализа Супер. Да, там синие, вот они, наверное, да, вот эти синие? Да, да. Вот синие. Вот и вот, надо будет сейчас их парами это разложить, а то они... Все это... Шапка твоя. И эта работа, которую... Сейчас уже Алена нам принесла. Которая меня кормит, извините. Ой, даже с открыточкой. Да, да. Класс. А, я видела их тоже на фотографии. А, ты же знаешь, да. О, это толстенькие прям. Это крашеная пряжа. Просто я еще тоже не выставила эту. Крашеная пряжа? Вот она, вот эта крашеная. Это машинкой? Да, сейчас я покажу тут шов. Это крашеная шелка, листья шелковицы
или как правильно? Шелковицы? Шелковицы, ага. Да. И ореха. Ничего себе. Вот это вот, она была, получается, беленькая? Или да, какая? Да. Ну, вот как идет простая пряжа. Ага. Это Оля с Южного. Ага. Вот, видишь, как... А, да, я помню, она я у нее тоже взяла это вот пряжу, вот это то, что эффект. Ну, видишь, она дает вот хаки. Если да. они вместе, она дает цвет хаки. Да. А если ну, одни листья, оно более в коричневый, такой интересный. Класс. А вот это, я тебе хочу показать, что это вот она. Это тоже она красила? Нет, это она не красила. Вроде бы нет. Вот видишь, это на машинке шов. Получается, да? Да? Ага. Вот если мы так вывернем. Ну, хотя мы не знаем, как оно будет. Ну, Оля сказала, что носит, видишь, вот. Не, не должно особо, да, ощущаться. Наверное. Да. Вот этот шов идет. Угу. Вот это на машинке, угу. который вяжет за 2 часа. Я тоже девочке дала на машинке. У нас здесь жду, когда она пришлет. Так что вот так вот. Что еще какие-то у нас новенькие. Ну, это именно в госпиталь. Я еще тут не разобрала. Вот такие фигуры. Толстенькие в основном, да, в госпиталь. Это тут вот и девчачьи, да? Да. Это девочки на первый, но они маленькие какие-то. Ну, на маленькую что... девочку, господи. Да. И вот, вот это вот тоже опять Наташа твоя. Это Наташа все притащила? Да. Ну, что себе. Тут... раз, у нее скорость все вообще. Вообще. Ну, это именно тоже в госпиталь. Такие. Да. Угу. Ну, именно шерстяные вот эти все, да, да, да получается? Да. Угу. Класс. Что огромное спасибо ей, да, твоим да, да, да. подписчикам огромное спасибо. Они приходят, девочки, даже пришли, которые говорят, у нас нет инстаграма, но мы смотрим Дашу, и они приходят и присоединяются. И... Да, 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 продолжайте присоединяться, нам нужны руки. Пряжа да. еще есть, и еще Ира, наверное, купит, да, потому что денежку да, да, прислали да, еще. Да. С Грузии, кто-то спасибо большое, с Грузии нам да. прислали даже, задонатили. Огромное спасибо вам. Да, так что пряжа еще будет, приходите, берите и вяжите. Это кто связал? Это связала Даша. Ну, это мужская, конечно. Будет под шлем, то, что надо. Она и тоненькая, и мериносовая. А ты ее не связывала, кстати? Не помню, не взвешивала. Можно кажется, взвесить. Она, здесь, мы сейчас она грамм 50 максимум, наверное, весит. Оксана, ты не помнишь, сколько это? Шапочка. Грамм 50? По-моему, даже меньше было. 40 с чем-то. Около 50 граммов. Это она легенькая. Несколько, а? Сколько сложений ты взял? В 5. Классно, очень, тоже нравится. Цвет классный. Спасибо, Даша. Вот это у вас последняя бобиночка, да, осталась, я так понимаю? Да, на несколько шапок. А Оксана уже тоже знала, что еще? Тоже вот эта вот пряжа, вот этот меринос, он тоже... классно, вот это, мягкий. Да, да, да. И этот, а вот это вообще. Это, да. Я не могу, я прохожу. Вот сейчас он у меня на камере серый, а но ты муж оставила деле... шапку? Да. Муж остался с шапкой. Муж остался с шапкой. Я же ему такую удлиненную вязала, а туда под шлем удлиненные ж неудобно. Поэтому муж остался с шапкой. Ты мужа обделила. Да, ага, его обделишь. А вот это вот я сегодня посмотрела на вот эту красоту. Да. Это прям толстенький махер, да? Да, тут махер с чем-то. Давай, удачи тебе. Получается. А вот это тоже с махером? Тут да. что-то пушистенькое. Это люрикс тоже. Ну да, вот. Да, он прямо сверкает. Тоже красиво. Смотрите, у нас девочка брала на оверсайз. Красиво смотрится. Вот такой махеровый? Да. Ну, я представляю. Смотрится. Она у нас училась и сразу на ней училась. Ничего себе, какая на этом молодец. Свитере, да. Ну, вот жду от нее фото, потому что она уехала. И жду фото вот этой пляжи. Угу. Ну, сейчас как раз время пришло. Прохладненькое. Можно уже да. тепленькое носить. Да, так что присоединяйтесь, будем вязать вместе. Да, присоединяйтесь. Девочки, очень нужны руки. Пряжу организуем. Приходите, не стесняйтесь. Выходные, будни. Не, выходные, воскресенье, вы выходные, правильно? Я работаю. Работаете вы без выходных?
Ну, мы же с мамой вдвоем меняемся, чуть-чуть когда так, не когда так. Короче, каждый день вы открыты, переулок Чайковского, 6. С 11 до 6. Ну, вы на всякий случай еще можете лучше позвонить, да? Да, да. А у вас где-то телефон есть? На сайте. На сайте. На сайте нашем есть. И еще девочки, которые не из Одессы, могут также самоприсоединяться, и мы высылаем пряжу. Да. Если есть из чего вязать, присылайте носки, да. Готово. Если да. Не есть чего, мы высылаем пряжу, вы быстренько вяжете и присылаете нам носочки. И мы отправляем ребятам на передовую. На передовую и в госпитале. Да, в госпитале. Все, спасибо.